Мне сейчас 40, если бы встретился с собой, которому было 20, я бы ему сказал: Саша, ты очень много времени тратишь на всякую ерунду, не в смысле работы, а в смысле, как говорила моя мама замечательно и продолжает это говорить, анонирование мозгов. Надо получать удовольствие от того, что у тебя в жизни, в принципе, все хорошо. И я, 20-летний, думал, что у меня все плохо. Я очень переживал о тех вещах, о которых не нужно было переживать. И, наверное, это самая главная ошибка, которая была у меня тогда. Это самая главная ошибка у меня и сейчас. Я бы с собой бы встретился сам сейчас и сказал себе: Саша, ну не надо вот об этом переживать так сильно. Что у тебя там криво что-то сходится на этой кухне, которую там ремонтируют, ну и что? Но это невозможно. Это очень сложно и тяжело. И человеку кажется, что его проблема текущая, она самая главная и самая болезненная. Хотя, может быть, через пару лет он поймет, что это полная ерунда. Вот как относиться к жизни легко, вот это нужно научиться. Я всем желаю, 20-летним, и 40-летним, и 60-летним, чуть полегче смотреть на жизнь. Особенно в наше нелегкое время.